привет, с вами Владимир Шемет. Как вы знаете, нахожусь сейчас на отдыхе в Шарм-эль-Шейхе в отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды. Сейчас на часах 13:30, и я иду обедать. Обедать иду в ресторан Кулина. Это один из ресторанов на территории именно четверки, в котором можно пообедать. И его время работы стандартное, так как и насчет другого ресторана, с 12:30 до 14:30. Если прийти к началу обеда, я думаю, может быть, теоретически людей будет поменьше. Но у меня так получается, что я иду именно сейчас, скорее всего, людей будет много, возможно, я не смогу все комментировать. Поэтому, если что, я включу музычку вам. Еще раз показываю, как выглядит ресторан снаружи. Это его открытая терраса. Солнце сейчас светит с другой стороны, поэтому на террасе будет очень комфортно пообедать. Ну и, конечно же, будут красивые виды на территорию отеля. Как я и говорил, в принципе, все столики заняты. Поэтому придется, наверное, искать столик внутри ресторана. Ну что, друзья, в ресторане, как я вам говорил, людей очень много и очень шумно. Поэтому так, стандартно. Стол из хлебобулочными изделиями. Тут у нас какое-то блюдо из белой фасоли и белый рис. Дальше. Тут у нас говядина. Дальше у нас картошечка жареная. Рыбное филе и овощное сате, куриные наггетсы и дальше у нас картошечка фри. Тут у нас какое-то куриное рагу и дальше вы можете заказать себе пасту. Следующий стол у нас с салатами. Есть и перчик острый. Есть и оливки большие зеленые, маринованные овощи. И тут у нас стол и свежими овощами. Все стандартно. Помидоры, огурцы, салат, морковка, капуста. Капуста цветная. И вот, друзья, мы у финишной прямой. Стол и с фруктами. Есть мандарины, есть хурма, есть апельсины. Собственно говоря, из фруктов это и все. Тут у нас пошел стол и с сладостями. Как вы видите, есть несколько видов пирожен. Выбор небольшой, но вполне достаточно. Друзья, ну что, мой диагноз. Смотрите, как вы видите, и из того, что я видел, абсолютно вообще нет никакой разницы, в каком кушать ресторане. Разница только в интерьере самого ресторана. Кому-то нравится больше «Медитерран», кому-то нравится больше в ресторане Кулина. Кто-то ближе живет к ресторану Кулина, кто-то ближе живет к ресторану Медитерран. В основном мы кушаем в ресторане Медитерран. В Кулина, в принципе, обед практически такой же самый, как и в ресторане Медитерран. Если вы здесь отдыхали, в этом отеле Альбатрос Акваблю 4 звезды, напишите, где вам больше понравилось кушать. В комментариях под этим видео я обязательно почитаю. Ну а если у вас есть информация, которой вы можете поделиться, если она интересная, тоже напишите обязательно в комментариях под этим видео, я все это почитаю. На этом все, друзья, поддержите канал, нажмите на кнопочку подписаться внизу под этим видео. Желаю только самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч, пока-пока.